Веду святой народ мой, я не раз говорил тебе о том, что я пройду с огнем своим и светильником своим по многим станам, говорит Дух Святой. И те столбы, которые не поставила рука моя, они будут падать, говорит Господь. Они будут громко падать, говорит Дух Святой. А я говорю тебе, народ мой, не удивляйся сему, ибо я буду открывать всю наготу во священстве, а во отче. Прежде всего выйду с огнем великим во священство, говорит Дух Святой, и изобличу лицемеров, изобличу тех, которые ходили в маске лицемерия и притворства, ибо я есть Господь, в котором нету лицеприятия, и я буду огнем великим выжигать, говорит Дух Святой, буду спасать многих, как головня из огня. О, великий пересев будет, говорит Господь, ибо я, Господь, поставил веялку свою, а во очи и полова она отлетит. И я говорю тебе, наследие мое, как важно тебе, а во очи, просить веденье и водительство моего, дабы тебе разуметь, от какого стола ты принимаешь пищу, говорит Дух Святой, ибо много сегодня, а во отче, говорят от имени моего, говорят, так сказал Господь, а духа моего нет, а во отче, я говорю тебе, наследие мое, как нужно тебе, а во отче, быть внимательным к слышанному, а во отче, дабы ты был способен отличать и различать, ибо много восстало лжепророков и лжеучителей, которые так искусно обольщают и верных моих, о, избранных мои, а во очи, открывайте широко ухо духовное, дабы вам не попасть в сети врага, говорит Дух Святой, а во очи, ибо, а во очи, от недостатка веденья гибнет мой народ, но я говорю тебе, церковь моя, облекись в силу и в могущество мое, я, Господь, подам тебе мудрость, если ты, народ мой, будешь стоять в совете со мною, аллилуйя, если ты очистишься от этих чуждых ветров, от этой политики, от этих новостей и вестей, а во очи, которые сегодня как никогда. Они окутывают ухо народа моего, и мой народ, а во очи, сегодня отклонил ухо свое от духа моего и слушай, что говорят лесные искусные источники. Я говорю тебе, наследие мое, время тебе собирать масло, время тебе подниматься ввысь на гору, аллилуйя. Ибо говорю тебе, наследие мое, недолгое время пройдет, и по всем станам, говорит Дух Святой, неверные и нечестивые, а во очи, объявят, дабы закрыть трубу мою, дети мои, как важно тебе молить и умолять лице Господне, дабы иметь водительство Духа моего внутри, дабы тебе слышать, что Дух Божий говорит внутри тебя, каждая душа, ищи голоса моего, ищи близких отношений со мною, не делай упору себе человека, ибо говорю тебе, станешь перед великим выбором, когда не поможет тебе ни пророки, ни священники, ты скажешь, Господи, как мне поступать и что мне делать, а я говорю тебе, народ мой, если ты будешь в тесном контакте со мной, если ты будешь верным мне, если ты будешь, а во очи, изливать душу свою жертвенника моего, если ты будешь умолять лице мое, я отдам, я дам тебе мудрость свою, я припоешу и поведу тебя рукою своей, я дам тебе совет свой, и ты будешь знать, как поступать тебе, а во очи, а враг, как он сеет плевелы сегодня повсеместно и повсюду, но я говорю тебе, наследие мое, голубица, невеста моя, пробудись от духовного сна, ибо время настало пробудиться церкви моей, время настало церкви взять силу от Господа, аллилуйя. Слышишь ли ты шаги Господа твоего? Слышишь ли ты голос жениха твоего, который звучит к сердцу твоему? Невеста моя, тебе дано время приготовиться. Церковь моя, тебе дано время облечься в весон мой, аллилуйя. Кровь завета, наследие мое, аллилуйя. Господь, люблю церковь свою, хочу очистить тебя. Я хочу убелить одежды твои, я хочу припоясать тебя силой, властью и могуществом своим. О, верные мои, поднимите руки веры, ибо жив Господь, который в скором времени будет делать великую развязку в домах твоих, великую развязку в церквях твоих, ибо вопль верных моих дошел до престола моего, и я в скором времени буду действовать великой силой и властью, но говорю тебе, народ мой, что погонят тебя из синагогов, а во очи восстанет брат на брата, сестра против сестры, и будет думать, что этим служит мне, и потечет кровь невинная, о, народ мой, разумею, о чем Дух Божий говорит, сегодня враг, он сеет споры и раздоры, лидерство и состязание между рабами моими. А я говорю тебе, а во очи, те рабы мои, аллилуйя, которые ему имеют Дух Христов, а во очи, он истинный и верный, говорит Господь. Ибо те, кто Духа Христова не имеют, те и не мои, говорит Господь. Достигай любви, народ мой, а во очи, вспоминай пути мои и вступай в следы мои, говорит Господь, а во очи. Ибо вот лжеучителя и лжепророки, они будут сводить огонь с неба, они будут давать лжезнамена, и народ мой, а во очи, если ты не будешь бодрствовать,
что не прельстят тебя. Я говорю тебе, велико стань на стражу сердца своего, и велико бодрствуй наследие мое, голубица моя, Ава Отче, как нужно веденье служителям, рабам моим, Ава Отче. Молитесь, дети мои, за вышестоящих, молитесь за тех, которые стоят на передовой, молитесь, дети мои, становитесь в проломы молитвенные, я, Господь, по молитвам народа Божьего, Ава Отче, буду совершать работу свою, да, буду многих очищать, поднимется плач и вопль великий во многих домах, но это будет во благо, ибо не хочу погибели ни одной души, говорит Дух Святой, ибо я, Господь, хочу спасти и в небо вести каждую душу, аллилуйя, но как хочу, дабы ты, народ мой, Ава Отче, все более и более прилагал усилия и старания, наследие мое, время последнее, часы бьют полночи, готовится церковь моя, Ава Отче, но как важно наследие мое иметь светильник горящий, дабы он светил в этой тьме, говорит Дух Святой, народ мой, испытания придут в скором времени на всех живущих на земле, и верные мои, Ава Отче, они смогут пройти и устоять, верные мои, они будут как светила на тверди, как тельцы упитанные, аллилуйя, но ты, народ мой, Ава Отче, молись непрестанно, дабы дух молитвы, он был в устах и в сердце, и в разуме твоем, дабы сила и могущество духа моего, она руководила сердцем твоим, она руководила разумом твоим, ибо предстанешь пред царями многие, говорит Господь, и как важно тебе наследие мое, Ава Отче, дабы не было страха в груди твоей, дабы ты сказал, Господи, вот я, возьми меня, ибо хочу исполнить волю твою, о, дети мои, я много приготовил для вас благословений своих, я много приготовил благословений в дома ваши, аллилуйя, я буду ходить сильную мышцою своей, буду брать в удел ничего не стоящее, ничего не значащее, буду велико прославляться через малых детей, о, наследие мое, умножь молитвы за дома свои, за семейные жертвенники, за личные жертвенники, за церковные жертвенники, дабы горел огонь Божий на жертвенниках твоих, народ мой, ибо как много чуждого огня сегодня, говорит Господь, и он поглощает и угашает дух мой, но я говорю тебе, наследие мое, ты еще не сражался до смерти, его битва великая будет, говорит Дух Святой, но я, Господь, дам власть и силу и великую церкви своей, я дам церкви своей силу и могущество, и церковь моя, она пойдет стройно за Господом, потому говорю, наследие мое, ревнуй велико о том, дабы тебе быть в числе невесты моей, дабы тебе быть невестой моей голубицей, Ава Отче, аминь. Эрбиды гласен ребеда штаба.